Тем временем Одесская область вошла в очередной этап ослабления карантинных ограничений. В райцентрах и объединенных громадах возобновили работу предприятия торговли с соблюдением всех карантинных мер. Открылись кафе и рестораны. На юге области уже неделю курсирует внутрирайонный пассажирский транспорт, а вот детские сады пока еще полноценно не заработали. К примеру, в Келее, где на громаду приходится 5 садов, учреждения откроют к концу недели. На территории каждого детского сада в соответствии с требованиями МОЗ создана комиссия, которая индивидуально прорабатывает реализацию всех мер под контролем отдела образования. И как только они проработали все меры, это медицинская комиссия всех работников и преподавателей детских садов, это обследование всех деточек на предмет здоровья и обеспечение там скрининга, замера температуры каждый день и так далее. 2-3 дня, и мы запускаем в работу все детские сады. Мной поставлена задача до конца недели, чтобы работали все детские сады.